Всем привет, с вами Алексаша, и это восьмая часть летсплея по игре Капитан Цубаса 2. Нам противостоит вторая команда японского чемпионата, команда школы Экита. Чем же интересна эта команда? В этой команде присутствует двое братьев-акробатов. Все их техники завязаны на акробатических приемах. У них есть двойные удары, удары головой, специальные подкаты. Все эти удары и техники делаются, так сказать, в акробатическом движении. То есть, например, подкат делается, один из братьев прыгает на спину, второй брат прыгает на ноги второму, тем самым как бы придавая ему скорости и силы. И после этого следует, например, подкат. Пройти их будет не совсем просто. Так, вторая игра. Ну что ж, давайте начнем. Так, мы разводим мяч, точнее. Так, мяч у Раби. Так, я, наверное, дам пас Нитте сразу, чтобы не отобрали мяч. Так, попасуемся с Мисаки. Так, и вот мы уже почти возле ворот, но я не успел. Так, сейчас уйду от номера 4. И делаю Falcon Shot. Так, никого нет на пути. Вратарь с трудом отбивает мяч. Тут что-то странное. Он, по идее, не должен отбить. Так, Такасуги ловит мяч. Так, пас на фланг Кисуги. Да кто там? Я не... Там не было никого. Ну, хоть замедлил, не отбил. Так, пас Мисаки. Центр. Удар через себя. Надеюсь, это все-таки первый гол. Да, это первый гол. Мы открываем счет. Так, продолжаем. Акита выбивает мяч. Так, и сразу мяч у Казуо. Так. Подкат от Мисаки. Так. Вот, кстати, если двое игроков, так сказать, которые имеют, в общем, свою картинку, тогда они как бы переговариваются, типа, при всяких, ну, при подкатах в основном, и там не только. Так. Так, так, и сейчас... Так, ну, все-таки, наверное, пас сейчас даст. Да, угадал. Ну, так и даже не дотрагивается до мяча. Мяч у номера 10. Так, ну там Марисаки и блин. Только Такасуги и все. Ну вот о чем я и говорил. Один брат отталкивается от ног другого. И мяч выбит. Но мяч у Масао. Только Кишида здесь. Но Кишида, он слабый. Мяч выбит. И угловой. Так, отбились потихоньку. Так, номер 10. Стоит Масао. Но там сейчас, да, трое защитников. Мяч выбит. И он у нас. Так, никого нету вроде бы. Так. Убивать-то некому. Так, ну если только Кисуги, ну там, по-моему, кто-то есть же. Буду надеяться, что там никого нету. Так, мяч у Кисуги. Так, поймаем мяч. Так, и сразу попасуемся, чтобы уйти от полузащитников.
от Ниту. Точнее, номер 5 уходит от Ниту. Не, ну, они наоборот. Так, и делаем Falcon Volley. И второй гол. Оптимистичное начало матча. Постараемся так и продолжать. До конца бы тайма нам еще не забили. Ни разу. Тогда было бы вообще отлично. Так, пас кому-то из братьев. Казуо. Так, Изава фолит. Ну это даже лучше. Свободный удар. Сейчас он даст пас. Даст пас. Так, номер 2. Так, ну так и даже не может ничего не сделать. Так, пас номер 7. Так, Азуо. Так, с ним Накаяма. Двойной удар. Шизаки блокирует, отлично. Шизаки молодцом. Так, нас преследует номер 9. Сейчас мы от него уйдем. С помощью Мисаки. Так, пас Мисаки. Три защитника. Я попробую сделать удар через себя. Так, но они вряд ли смогут помешать. Нет, смогли. Фантастика просто. Так, пас Таки. Дать пас Кисуге. А, он не в центр. И номер 6 перехватывает мяч. Блин, это плохо. Так, мяч у Казуо. Накаяма попытается отобрать мяч. Фол. Отлично. То, что надо. Так, пас номеру 3. Так, и дополнительное время пошло. Ну давай. Ну. Так, Ураби один. Ну, сейчас, скорее всего, будет давать пас, но я все равно сделаю откат. Так, это пас номеру 6. Так, заблокировать. Из зала. Простой удар. А Морисаки сейчас, по идее, отобьет. Да. Как вовремя-то, а? Прям вообще вовремя. Вау. Так, сейчас надо попытаться... Опа. Так, пас Ураби попробуем дать. Получается. И все, свисток. 2-0. Отлично. Продолжаем. Так, теперь разводит мяч противоположная команда. Так, и сразу пас Масао. Так, Ураба и Мисаки блокируют. Так, но он вряд ли будет давать пас. Окей, Масао. Камон, Мисаки. Да как он от него уходит вообще? Интересно мне. Так, Асуги ничего не... А, у... и все? А, не, Изава там хотя бы есть. Фу. Так, ну он сейчас... Не, Изава должен... Выбить сейчас, по идее. Нет. Skylab Хурикен. И это гол. Блин, а?
Отлично. Пас Мисаки. Так и сразу попытаемся попасоваться. Но он не отобьет мяч. Да нет! Фу, блин. Я думал, они уже... Да откуда? И номер 4 убивает. Ну, хоть и нам выбивает. Так, пасните. Отлично. Фелкон Вали, точнее. А, он замедляет. А, капец, а. Так, сейчас Кисуги будет центрировать. Надеюсь, там не сильно много человек будет возле Мисаки. Одна двойка так. Так, удар через себя. Да и номер 5 еще замедляет мяч, а. А, ну все равно, гол, фу. Я думал, он и этот отобьет. Так, и сразу пас Масао. Вот никто не может блокировать, а, пас. Интересно вообще. Ну и Шизаки, ну! Удар! Но Марисаки отбивает. Так, ну это опасно, блин. Надеюсь, там никого не будет. Так, отлично. Сейчас пытается как можно больше повести мяч. Так, номер 9 его уже догнал. Так, ну пас Ураби, пусть Ураби поведет. Тоже немного. Ладно, я сделаю джампинг волей. Мощный удар. Четвертый гол. Но вот сейчас, правда, у Мисаки не осталось почти совершенно энергии. Так что теперь надо ему ее копить немного. Так, мяч у Масао. А он пас дает. Даже Изава не может блокировать. Только Суги хоть блокировал. Не пасуются, блин. Фэнси комбо. Пас. Блок на Каяма. И мяч у нас. Вообще неожиданно. Так, пас Урабе. Не уводим подальше мяч. Так, номер... Нет, он передумал номер 5 идти. Блин. Так, ну я попробую дать пас Нитте. Вот удар. Так, пробуем на выходе из ворот. Так, я ударил. С трудом надбивать мяч, блин.
Ну все, у нас все основные, те, кто могут забить, без энергии, если можно так выразиться. Ого! Чё они такие быстрые-то? Так, ну и кто будет бить-то? Из зала тогда. А чё это не центрирование, кстати? Он же в центре. А, нет, мяч низко. Они, скорее всего, выбьют мяч. А, нет. Паролей! Ай, он замедлил. Ай, он с трудом отбивает. А мог быть гол пятый, а? Ну, не тоже. Ну, хотя, простой волей удар. А, еще пауэр волей. Ай, штанга! Ну, Раби забивает! Отлично! Не ожидал, ну, прям сыграли так вообще. Классно сыграли. Так, ну это уже стопроцентная победа. Что-то я сегодня прям вообще оговариваюсь только так, так они сразу пасуются. Хотя как можно быстрее забить еще один гол, но это не поможет. То... Хотя до ворот уже дошли. И сразу двойной удар. Ну да, это, по идее, да, это... А, Кишин отбивает. Вообще. Сегодня прям, наверное, команда каши поела прям вообще. Только так всех раскидывают. Не, ну сейчас, конечно, мы можем добиваться на пенальти, но это вряд ли. А он все равно бьет, а? Но они все-таки забивают свой второй гол. Но это им не поможет. Все, свисток. Мы побеждаем команду Акита. Так, третья команда. Вот я не помню полное название. Так, левел у семерых. И у вратаря главное. Итак, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте комментарии. И как всегда, до новых встреч.